Welcome to Atlantic City for the 1981 WBC light heavyweight title bout between the champion Matthew Saad Muhammad and the challenger Dwight Braxton here on ESPN Classic. Всем привет! Добро пожаловать на канал Viasat Sport и Viasat Sport HD. Мы отправляемся в Atlantic City, в Нью-Джерси, Playboy отель и казино, для того, чтобы посмотреть бой между Дуайтом Брэкстоном, который уже носит имя Дуайт Мохаммед Кави, но называть его так... пока, наверное, невозможно по причине того, что его соперника зовут Мэтью Саад Мохаммед. И если мы будем иметь двух Мохаммедов, то запутаемся рано или поздно. We're about ready for the action. It's a 20 by 20 ring, 10 point must scoring system, 3 knockdown rule. Wave the tail of the tape being set before you. Again, Saad Mohammed had to take off 3 pounds this morning. That shows you the height differential and the reach edge that I've already referred to, but Braxton has a way of сравнение боксеров, почти один возраст, 27 или 28 лет, соответственно, разница существенная в 10 сантиметров в росте. Дуайт Брэкстон ниже. Вот он на ваших экранах. 170 сантиметров его рост, Мэтт Саад Мохаммед 180 сантиметров роста. Дуайт Брэкстон не очень опытен к своим 28 годам. На его счету всего 17 боев на ринге. Но это был не самый часто выходивший в ринг боксер. Да и надо сказать, что профессиональную карьеру начал довольно поздно, в 25 лет, поскольку бокс в его жизни появился в тюрьме. Провел он там суммарно что-то около 5 лет. Ну и вот Брэкстон решил попробовать себя на профессиональном ринге. К этому моменту у него показатель 15-1-1. И вот это 1-1 – это результат первых трех его боев. Первый завершился в ничью, второй он выиграл, третий проиграл. С тех пор идет победная серия. Но что касается Мэтью Саада Мохаммеда, то... он из Филадельфии, из Пенсильвании. Камера above ringside, just above it, at ringside, and it operates by remote control. A development of the ABC engineering department. Тяжелая судьба у него, рано остался без матери, брат его бросил старший. Причем вообще в прямом смысле слова. Но в отличие от своего соперника, все-таки через тюрьму ему проходить не приходилось. Гораздо больше боев, 31 победа, 23 из них нокаутом, 3 поражения, 2 ничьи. Но если разбираться в этой карьере, проигрывал он Уэйну МакГи, с которым потом делал ничью. Проигрывал Марвину Кэмилу и проигрывал еще одному боксеру, принявшему ислам и носившему имя Эдди Мустафа. Это все light heavyweight категория. Round one, counting down as you can see. И на кону титул чемпиона мира в категории Light Heavyweight.
Вес до 79 килограммов. Причем довольно давно, с 79 года, с боя с Марвином Джонсоном, Мэтт Саад Мохаммед является чемпионом мира в этом весе. 79 килограммов 370 граммов, если быть точным. Ну а Дуайт Брэкстон. Braxton will keep coming or trying. Оппонент. Lal Muhammad is the manager. Saad Muhammad. Что очень интересно, Дуайт Брэкстон предыдущий свой бой провел на территории тюрьмы, в которой сидел. Railway State Prize. Doubled up quickly on the left, Braxton did. Saad Muhammad. Причем held at his side. Они с Джеймсом Скоттом начинали карьеру вместе в тюрьме, с которым, собственно, и подрались. Just heard from the corner, perhaps in the background. You've got your left hand too low, and Sam Solomon is right. Than halfway through the second round. Середина второго раунда. Ну, пока ничего особенного не происходит. Вот сейчас Мэтт Саад попал с дистанции. Да, Брэкстону, конечно, эту дистанцию надо разрывать. Saving the right for whatever. Another good right. Второй раунд остается за Мэттом Саадом, конечно. And he may have hurt Braxton. No, Braxton grins and leers, saying I'm not hurt. Forget it. But the one possible, oh, a good right by Braxton. Врывается Брэкстон со средней дистанции, хорошей серией. В основном боковые удары. Вообще не стоит относиться как-то несерьезно к боксерам, чья карьера начиналась в местах заключения. Поскольку там тренируются достаточно серьезно, особенно делать там нечего больше. The bell for round three, and as I said, this one could be a war. Smiling and leering, Braxton waiting for the opportunity. Quickly trying to double on the left. It suddenly да, мощная такая серия, и я думаю, что многим судьям это испортило немножко уже принятое решение. Тони Кастеллано, Чарли Спина, снова дама, арбитр Ева Шейн, ну и Артур Мерканте в роли рефери. He found himself wide open for a succession of blows, and he was hurt. But he has those remarkable recuperative powers. A warning about a low blow from Arthur McCanny, the referee, to Dwight Braxton. Now he's keeping his hands up, Saad Muhammad is. Ну, видите, в каком зале все проходит. Действительно, это казино и отель, и народу тут немного. Но учитывая, что предыдущий бой Брэкстон, как я уже сказал, провел в тюрьме. Там вот довольно любопытная история. Дело все в том, что как раз его однокамерник Джеймс Скотт, который добился успехов некоторых чуть-чуть раньше Брэкстона, он, проведя 10 боев, затем был возвращен в тюрьму. И за очередное ограбление его еще обвиняли в убийстве.
И с тех пор и до конца карьеры Джеймса Скотта все бои он проводил в тюрьме. Практически. С Дуайтом Брэкстоном это, кстати, был его последний бой. И некоторые из этих боев, вот в том числе и этот, транслировались на национальном телевидении. Один NBC Sports, два CBS Sports и один канал HBO. При этом канал ABC отказался посещать тюрьму с целью трансляции боксерских поединков оттуда. Вот такая забавная история. Ну, а что, в самом деле, сидит в тюрьме, а почему бы тебе не проводить действительно профессиональные бои? Ну, Джеймс Скотт, конечно, никаким чемпионом-то не был. Тем не менее, в карьере его лишь два поражения. We'll be back with more of the WBC Light Heavyweight Championship fight. This from our local stations. Четвертый раунд. Ну что, пока так, с переменным успехом развиваются события, но мне кажется, что перехватывает потихонечку инициативу Брэкстон. Ну, а что касается тюрьмы, той самой Rauei State Prison, то вообще там после того, как сидел Робин Харрикейн Картер, который 18 лет там провел, неудивительно, что там бокс хорошо развивался. Сейчас тюрьма называется East Jersey State Prison. Да, Брэкстон своей редкостью, скоростью и умелыми выходами в ближний бой ставит много вопросов своему сопернику. Against the ropes, he continues his attack. Saad Muhammad getting the punishment, but we've seen this pattern so many times before. When will it be once too many? Uppercuts snapping Saad Muhammad's head, as you saw. Good right lead by Saad Muhammad, then a left, but Braxton's doing the damage in this round. Now Saad Muhammad trying to come to life. И какие проблемы у Мэтта Саада Мохаммеда с защитой. Посмотрите, сколько он пропускает. Look at Braxton laying it on Saad Mohammed. Выжимает Мэтт Саад соперника в углу, полминуты до конца четвертого раунда, но особых успехов действующий чемпион из этого вызвать не может. И чего-то такого для себя вынести. That's the end of round four, and we'll go to Saad Muhammad's corner. Wiping out off the blood immediately, coming out of the nose. Braxton's in fighting, a terrific early fourth round attack. Watch. Right and the left, another right. Какие быстрые руки у Дуайта Брэкстона. Это, кстати, отличало и Робина Картера, наверное, самого знаменитого
сидельца вот этой тюрьмы в Джерси. Хорошие тренеры, видимо, там работали. Дуайт Брэкстон, кстати, в отличие от вот своего сокамерника Джека Скотта, он, во-первых, ну, неплохую карьеру все-таки в боксе сделал. Он бился с Джорджем Форманом даже, хотя понятно, что к чему хорошему с его габаритами это привести не могло, как и с Эвандером Холифилдом. Дважды причем побеждал Леона Спинкса нокаутом. Проигрывал Майклу Спинксу. В тюрьму больше не возвращался и работает до сих пор в организации, которая занимается реабилитацией наркоманов и алкоголиков. То есть весьма такая социальная работа. Причем как с совершеннолетними, с взрослыми работает, так и с малолетними. Мэтт Саад Мохаммед умер в 2014 году в Филадельфии. Последние годы был бездомным, жил в приюте. У него был боковой амиотрофический склероз диагностирован, но умер он не от этого, потому что склероз не успел развиться. Ну и смерть, в общем, не афишировалось, что там с ним на самом деле произошло. One must wonder if this time Saad Mohammed will not have the recuperative powers of the past. Look at that right lead. Кстати, пытался Мэтт Саад и в ММА тоже выступить. Braxton hurt him. Уже зарождавшимся тогда. Less than a minute left in this, the fifth round. Ну что, я думаю, что Дуайт Брэкстон-то переломил ход событий. И 15 раундов запланировано в этом бою. Почему джебом вообще практически не пользуется Мэтт Саад? Он на 10 сантиметров выше. Это логично, держать соперника на дистанции таким образом. Кричат ему из угла: комбинацию, комбинацию, бей. Но нет, не может. Round six. Matthew Saad Mohammed against Dwight Braxton. Шестой раунд. And the two have really been going at it. WBC. Каким образом Дуайт Брэкстон окажется в тяжелом весе? Не знаю, может быть, мы увидим какие-то бои с его участием. Но вообще, конечно, это все очень удивительно. Он был чемпионом в Light Heavyweight, потом перешел в Cruiserweight. И выиграл там титул. Но с Форманом-то уж точно он не мог драться по правилам Крузервейта. С Холифилдом еще ладно. Крузервейт, я напомню, это на 10 килограммов выше вот этой весовой категории. Здесь 79-370, а там 90 килограмм вес. Ну, в те годы было 86, окей. А опять началась серия Брэкстона с близкого расстояния. Заторможенный абсолютно Мэтт Саад Мохаммед.
looking familiar. Braxton position. Head on the opponent's shoulder. Вот этот короткий правый боковой постоянно пропускает. Перкот от Брэкстона прошел. Еще и попадать совершенно перестал своего соперника Мэтсад. Действующий чемпион. Владеющий своим титулом. Ну, North American Boxing Federation я, наверное, не буду брать всерьез, но так вообще-то с 77 года. А мировой титул с 79-го. И защиту сколько провел. Аж целых 8 штук. Снова достает Брэкстон. Да, я думаю, что у него уже приличное преимущество по очкам-то. Все лицо в крови у Мэтта Сада, но быстро тут стерли это все полотенцем. И очень сильно обеспокоен его угол, это видно. Sam Solomon talking to Saad Muhammad. When are you going to get him? Bilal Muhammad, the manager, coming over to look at my scoring, which is strictly subjective, of course, as you're looking again at Braxton, giving it to Saad Muhammad. I have Braxton slightly ahead at this point. When one scores cards, and you saw that grinning leer, Braxton, as he left Saad Muhammad in ring center at the end of the round. And you can see the confidence in Braxton's face. The Camden Buzzsaw, they call him, because he so often fights all 5'6.5" of him from a crouch and presents often a difficult target. Нет, да, WBC World Title вот в этой весовой категории. Remember, those of you who follow boxing, the terrible punishment Saad Muhammad took from Yaki Lopez. But then, ну, давайте вспоминать, кто еще был чемпионом. По версии WBC титул был учрежден в 63 году. Вилли Пастрана, Хосе Торрес, Дик Тайгер, Боб Фостер побывали чемпионами. Затем будет Майкл Спинкс, Томас Хернс, Рой Джонс, Монтел Гриффин, Антонио Тарвер, Томас Адамик, Жан Паскаль, кстати говоря, Бернард Хопкинс тоже. Ну и на данный момент Артур Бетербиев. Наш российский боксер. Can't make breathing easy. Eye of Braxton is puffing considerably from that left jab of Saad Muhammad. Смотрите, как режет траекторию короткими шагами, но все время режет углы Дуайт Брэкстон, и просто некуда идти Мэтту Саду. Speaking for itself, you saw that uppercut shoot Saad Muhammad's head up, and another one. Ну там левый глаз тоже немножечко поврежден у Дуайта Брэкстона, но это его вообще не сбивает с толку. Очень упрямый, очень духовитый, все время идет вперед.
совершенно не теряет ничего в физике. А Мэтт Саад выглядит совершенно неубедительно для чемпиона. Неожиданный бой, прямо скажем. Седьмой раунд опять за Брэкстоном. All right, let's look at that left that hurt Saad Muhammad. There it was, Sam Solomon, as we begin round eight. Вот, смотрите, какой мощный удар с левой. Muhammad, you're blowing the title, man. Yes, it is round eight, and Braxton has been all over Saad Muhammad for the last four rounds. Я думаю, очевидно, что полную дистанцию бой пройти не сможет. При том, что у Дуайта Брэкстона всего лишь чуть выше 50% нокаутами побед. У Мэтта Саада больше, но до Мэтта Саада пока, мне кажется, ему не до этого. У него другие сейчас приоритеты. Не было одинаковых соперников у них за последние полтора года, чтобы как-то сравнить. Так бывает иногда, да, что боксируют с одними и теми же. Ну а в предыдущее время, учитывая то, что у Дуайта Брэкстона всего в карьере боев не очень много, я думаю, что этих пересечений и не должно было быть никаких. С шага очень быстро, очень четко атакует. Вот, пожалуйста, вот, бах, бах. Хорош Дуайт Брэкстон, откровенно хорош. И это пример того, как можно бой с более высоким, более титулованным боксером, который точно был фаворитом и который выиграл, на мой взгляд, первые два раунда, как можно его развернуть и превратить в свой бой. What his opportunity is here now. In the short uppercut. Пора бить тревогу, я думаю, что в углу Мэтта Саада. Incessant blows by White Braxton. The leather keeps coming. Да. We are back live in Atlantic City, round nine, and Bilal Muhammad, the manager of Matthew Saad Muhammad, is shaking his head. He too is concerned that this time концовка предыдущего раунда осталась за Дуайтом Брэкстоном. Braxton's tactics are unwavering. Left doubled up on Saad Muhammad's face. Already the blood from Muhammad's nose. Minute into the ninth round. We'd like to alert our local stations along the line that at the end of this round we'll take a station break. And there is Braxton at it again. И опять ничего не может поделать. Blood all over the desk. In front of the reporter. Со своим соперником Мэтт Саад.
Девятый раунд уже прошел середину. И он пятится, продолжает. Глупо как-то говорить про чемпиона с 8 защитами, что он напуган. Это как-то совсем странно. He has a marvelous method for scoring a fight. He breaks a round down into three separate minutes. And I'd like to see how he would be scoring this fight. Saw those two lefts. Да, все это закончится для Мэтта Саада очень плохо. Но я просто удивлен тем, как Дуайт Брэкстон выглядит. У него, конечно, огромный опыт боев, которые прошли полную дистанцию. From our local stations as we await the windup of the ninth round. Но он удивляет. Да и полная дистанция, что значит огромный опыт. В начале карьеры много, да, таких боев было. А за последнее время только три с Джеймсом Скоттом, Эллом Болденом и Джонни Дэвисом. Все 10-раундовые, и мне кажется, что с Джеймсом Скоттом Дуайт Брэкстон или Дуайт Мохаммед Кави особенно не стремился как бы причинить ему... upon your shoulder, and you're asking for it. There is no foot movement. Ничего не меняется. No sign of a late. Кричать-то бесполезно из угла. Loving blows by Braxton. From Saad Muhammad's nostrils. And a constant flow from the fourth round on. Весь зал скандирует Брэкстон, Брэкстон. И это не только потому, что Брэкстон отсюда. Chants of the crowd speak for themselves. Хотя он родился в Балтиморе, он отсюда, по, так сказать, месту своей тюремной прописки. Ох, как с левой, здорово, два раза попадает. Уже и джебы достигают цели у более маленького, но очень настырного, злого, цепкого боксера. Saad Muhammad's corner imploring him to get off the ropes, and now Saad Muhammad trying to rally back. Пытается Саад Мохаммед отвоевать все, что пропустил уже за эти две с лишним минуты, но нарывается тоже на очень жесткие удары и оказывается на полу. Лицо в крови, но он поднимается, похоже. Чемпиона действующего так судья вряд ли будет снимать. Но может ли продолжать действительно Мэтт Саад? Нет, там все уже, похоже, полотенце прилетело. Или Мерканте остановил бой. Непонятно, что там раньше произошло. Один из сотрудников угла оказался на ринге, или все-таки рефери остановил бой.
Ну, как обычно, ринг сразу заполняется не пойми кем. Мэтт Саад Мохаммед теряет свой титул чемпиона мира. Он еще будет драться с тем же соперником и за этот же титул, но уже на вершину не вернется. But we will always have to conjecture with the notion that that last minute weight loss also had да, something to do with it. Конечно, впечатляет. Вот этот удар, потому что тот второй из правой руки-то был уже вдогонку падающему сопернику. И какой восторг в зале. Ну, действительно, бой шикарный выдал Дуайт Брэкстон. Кто бы мог это ожидать? 5 лет в тюрьме. И какое, в общем-то, преображение. Тут... Да, Артур Меркантер все-таки, он первый жест выдал, а тренер-то вылез Мэтта Саада в бешенстве в ринг. И... Совершенно они явно не ожидали такого решения этого вопроса. Но во втором бое в матче реванша, который состоится в августе 82 года, Дуайт Брэкстон нокаутирует еще раньше Мэтта Саада в 6-м раунде. Спасибо. Я верил в себя, я знал, что я могу. Он очень хороший чемпион, но я знал, что у меня есть шанс. Надо лишь верить в себя, идти вперед. Вначале он доставал тебя джебом и создавал тебе проблемы. Мне нужно было найти дистанцию. Мне нужно было подобраться к нему. Все-таки это чемпион, и сразу я не смог решить этот вопрос, но затем решил. Я реально выиграл этот бой. Да, кстати, Дуайт Брэкстон на момент остановки боя вел на всех трех картах 89-82 у Евы Шейн и 89-83 у Тони Кастеллано и Чарли Спины, так что действительно его победа абсолютно убедительна. Более чем убедительно. I'm glad he stopped it, because he would have been hurt real bad. I've seen him go a couple times, but he just got stamina. My friend, you've come a long way, and you've made a whole new life for yourself. Сейчас для тебя начинается новая жизнь. Да, я очень тяжело работал ради этого момента. С первого дня я верил, что я смогу. Итак, новый чемпион мира по версии WBC, Дуайт Брэкстон, 28 лет.